Привет! Если вы видите меня, вы на сайте gocitybus.ru, и вы заядлый путешественник и не любите сидеть на одном месте. Welcome! Добро пожаловать на борт City Bus. Желаем вам приятного путешествия. Сначала я расскажу вам, как вы можете купить билеты на все наши экскурсии сейчас, не отрываясь от экрана вашего гаджета. Смотрите, всего несколько кликов. Выбираете одну или несколько экскурсий, помещаете их в корзину и нажимаете на кнопку «Оплатить». И все билеты без очередей и комиссий ваши. Ну, а если вы любите покупать билеты в кассе, по старинке, вы найдете наш адрес на сайте, где сейчас находитесь. Там, в разделе «Контакты». Да, и по дороге к нам не покупайте билеты у уличных продавцов. Можете нарваться на мошенников. Итак, дело за малым. Всего лишь надо определиться, куда вы хотите поехать, что посмотреть, чему удивиться. Предположим, вы в Петербурге впервые. Тогда для вас наш хит – обзорная экскурсия по городу на красном двухэтажном автобусе с аудиогидом. Это понравится и взрослым, и детям. Или комбинированные экскурсии, в ходе которых вы увидите главные достопримечательности Санкт-Петербурга. В дополнение к обзорным экскурсиям в вашем распоряжении водные прогулки по рекам и каналам, экскурсии по Эрмитажу, Исаакиевскому собору, Петропавловской крепости, Кунсткамере. Да, покупая билет комбо, вы пройдете во все музеи вне очереди. Мелочь, но приятно. Не правда ли? Смотрите на Санкт-Петербург с высоты. Разве это не мечта путешественника? Мы предлагаем первую в городе легальную экскурсию по крыше. Восхитительные фото вам гарантируют. Пригороды Санкт-Петербурга. Это же близко и очень круто. Смотрите. Петергоф, Пушкин, Павлов, Гатчина, Стрельна, Ораниенбаум, Кронштадт. Вас ожидает удивительный рассказ гида, погружающий в неповторимую атмосферу царской России. Специально для любителей мистики. Внимание! Мы проводим цикл тематических экскурсий, которые откроют вам тайны и загадки города на Неве. Вы узнаете о культурной и религиозной жизни, о том, что связывало известных писателей с Петербургом. Ну, а если вы живете в Санкт-Петербурге или часто бываете здесь, такое ведь очень даже возможно. Тогда обращаем ваше внимание на экскурсии по северо-западу. Неподалеку от нас Выборг, Новгород, Псков, Валдай, Ивангород, Карелия, Тихвин, Ладога. Природа, история, архитектура и просто возможность отдохнуть в однодневных и многодневных турах. Это ли не мечта каждого из вас? Все экскурсии проводятся на комфортабельных автобусах с максимальной безопасностью. Вас сопровождает экскурсовод с отличным знанием материала и наличием обязательной лицензии. И еще о важном. У нас всегда фиксированное время отправления на экскурсии. Вы экономите на билетах в сравнении с индивидуальными дорогостоящими программами и имеете проход во дворцы и музей вне очереди. Это неоспоримое преимущество при планировании вашего пребывания в Санкт-Петербурге. Итак, увидимся. Как купить билет, вы уже знаете. Тогда вперед! Мечте навстречу!